Друзья, всем привет! Получил сегодня посылочку. Очень давно хотел себе часы какие-нибудь хорошие электронные, что были с хронометром, шагомер, секундомер, эти температуры и так далее. Заказал себе часы Nord Edge Apache. Сейчас мы их откроем, посмотрим, какой они комплектации приходят нам. Так, сразу скажу, оставлю ссылочку в описании на часы. Нашел самую низкую цену. Кстати, нож. Классный нож мне подарили, называется Крот Кизляровский. Если кому интересно, сделаю обзор на него. Очень доволен ножом. Пупырка, чуть-чуть пупырки. 2700-2800, кажется, они мне обошлись. Доставка 10 дней, они дома. Заказывал 29 августа, и вот сегодня у нас... Какое у нас? Сегодня воскресенье. 12 число они пришли, очень быстро пришли. Заказывал с дополнительным ремешком. Ремешок должен быть оливковый. Один оливковый, один черный. Да. Но ремешок оказался не оливковый, а синий. Синий ремешок. И вот это вот мне уже не нравится. А я хотел оливковый. Синий ремешок. Два вот таких крепления ремешка в комплекте идут для этого ремешочка. Ладно. Поговорим с продавцом. Попросим выслать оливковый. Эх, печально. Ладно, открываем коробочку. Вот такая коробочка, Nord Edge надпись. О. С этой стороны наклейка Nord Edge. Надписи. Она выдвигается в бок. Коробка повреждена, но это Почта России, деться некуда. Так. Сейчас снимаем аккуратно коробочку. Да, вмята коробка. Вот если в подарок кому-то, ну как вот дарить, да? Коробочка помятая. В комплекте идет, прислали мне стекло защитное на экран именно часов. Хотя не знаю, там должен быть защищенный экран, стекло, которое не царапается. Зачем? Ну ладно, и на этом спасибо. Две салфетки и само... Защитное стекло, вот оно, видите. Почему желтое? Потому что при отделении, чтобы понять, какую сторону клеить на часы. Не знаю, я, наверное, клеить ничего не буду. А там посмотрим. Так, и плюс еще она вот так вверх открывается. Вот они часы. Часы с батарейкой 20-32 батарейка. Оп. Инструкция. Инструкция не на русском. На китайском и английском инструкция. И Nord Edge, это что у нас? Гарантийный талон, да? Гарантийный талон на часы. Инструкция. Часы настраиваются очень легко, в принципе. Почему-то на русскоязычном YouTube я мало о настройках часов. В следующем видео я покажу полную, полнейшую настройку часов. Расскажу все нюансы, с которыми вы должны учесть при настройке часов, чтобы они работали правильно. Смотрите, черный ремешок в комплекте. Ну, ремешок, как многие пишут, при вот эти ремешки, ну, видно, что он не особо-то и качественный, да, придется поменять на что-нибудь хорошее. Одета вот на такой подушечке. Подушечка это не порвана, это она так сшита синтепончиком. Увесистые такие часы довольно-таки. Смотрите, как прикольно они сделаны. Что у нас есть? Время, день, месяц, дата. То есть Санди, то есть сегодня у нас воскресенье должно быть не настроено. Там у нас в уголку солнышко, видите, то есть погода. Так, дальше что у нас? Шагомер. Это у нас запись. Дней. Но это я все расскажу в следующем видео по настройкам. Один будильник, там два будильника, это секундомеры, таймеры, пейсер это хронограф, часы вторые, это компас. Компас тоже надо калибровать. Тут у нас подсветка должна быть, сейчас мы ее увидим попозже. Высотомер. Так, ага. Это высотомер у нас. Здесь мы можем посмотреть давление. График давления.
температура 25,6. Это все калибруется. И температура, и часы, и все. В следующем видео я вам покажу такой алюминиевый классный корпус. Уверяют, что выдерживают 5 атмосфер давления. То есть с ними можно купаться, но не нырять. Но в плане не нырять, это в плане как ныряют с аквалангами. То есть, в принципе, прийти покупаться, попрыгать, поплавать можно. Кстати, вот пленочка защитная. Убрать вот такие вот часики. Увесистый алюминиевый корпус. Посмотрим, как они нам прослужат. Ссылочку на часы оставлю в описании. По поводу настройки расскажу в следующем видео, кому надо. Посмотрим, сколько прослужит. Все, ребятки, всем пока.